Всем доброе утро. После обрезочки смотрим елку. На макушке боковые подрезаны. Все, что торчало, вырезано. Справа маленький кончик остался для выравнивания. Просто я стремлюсь, чтобы контур елочки сохранялся. Внизу голубенькие обрезочки. Вот такие кусочки. По пол веточки, пол лапочки отрезаются, только те, которые торчали наружу. Справа сбоку видно, какие были обрезаны. Сейчас немножко посмотрим издалека. Вот такая елка. Если обрезать по линейке или по доске, то будет неестественно ровная. А так более-менее. Не очень корявенькая, но очень стройненькая. Хавай мяско. Кс-кс. Утреннее мяско. А вот это расцвел лен. Он цветет каждое утро. А к обеду от него ничего не остается. Пионы одеты в сеточку, чтобы не разваливались от ветра. И так более-менее декоративно. И травку косить удобно вокруг. Вот как выглядят пластмассовые цветы. Сегодня хмурое утро. Клематис еще не весь раскрылся. Но еще ни один не сдох. Выглядит очень красиво. Офигенная куча. Если хотите любоваться цветущими клематисами, сажайте их в таком месте, чтобы они смотрели на солнце. Они как подсолнухи. Все цветы вываливают на солнечную сторону. Если посадите их на востоке, то будете смотреть зелень, а цветы будут смотреть ваши соседи. Из этого горшка пытались сделать зеленый ручеек, получилась бело-зеленая куча, которая не вытекает, а вываливается из горшка. Зато очень красиво разваливается сам горшок. Он не смог перезимовать, и поэтому очень декоративно смотрятся руины горшка.
предыдущем видео я уже говорил, не сажайте все в одну кучу. Все маленькое рано или поздно через 2 года станет очень и очень большим и будет забивать все. Тем более еще посеется сама петуния, которую жалко вырывать. Надеюсь, будет красивой. Лук-порей или лук-чеснок вылезет там, где его кто-то пхнул. Пальцем на себя показывать нехорошо. Все превратится в большую-большую кучу. Не горка, а куча цветов. Это восточная туя. С красивым названием для плохо говорящих. Аурея. По пьяни, в принципе, выговорить невозможно. Теперь выросли 2 можжевельника, которые надо уже отсюда отсаживать. Иначе эти монстры забьют все. И пучки отцветших нарциссов, которые по какой-то причине иногда сами заплетаются в косичку. И эта косичка кошмарного вида будет все лето, пока ее не отрежут. Вот клематис залез на яблоню. Ну что ж, всем пока.